Экс-промо отменялся, не могло бояться весовой категории 57 килограмм, росту 7 сантиметров. Чемпион Кыргызской республики по боксу, чемпион Кыргызстана по грэпплингу, чемпион Кыргызстана по баян-дистайл. Профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Атилла, тренер Галавулов Мербек. Боевой псевдоним Тигр. Кудайберди Рустам. Его соперник в красном углу. Весовой категории 57 килограмм, рост 72 сантиметра. Ему 24 года. Чемпион Кыргызстана по боям без правил. Победитель WF Profight 18-й, 17-й. Победитель WF Global 12-й и 13-й. Профессиональный рекорд 6 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Тренер Тенебеков Арслан, команда Энтмак. Встречаем Анарбаев Кустам. Бойцы в середину. Объясняй правила. На спину. Потом очередь не пинай и убил. Что-то пикировки не хватает, всех не хватает. Не разрешено ударом локтями. А вам понятно? Удачи. Ого. На награждение приготовиться президент федерации Дабуев Кадырмаджав Руслан и президент федерации города Чишмек Дабуев Сокутеков Семирлан. Давай! 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 Дав
Контроль, 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 конт
Закончился второй раунд. Дальше.
Закончился третий раунд. Четвертый раунд. Yeah!
Закончился четвертый раунд. Решающий пятый раунд. Thank you.
Бой окончен. Бойцы в середину. Об этом бою. Со счетом 3-0. Победа одержал. Худай Бердиев. Руслан. И становится новым чемпионом в лиге WF Pro Fight. Сухан Булаидар. Профессионалдар арасында 4 бой өткөздүм. 4-3 үчөнө жетиштим, бирөөндө жеңилүү жазасын тартып алдым. Мына бүгүн көрүп турганыңыздай Алла Таала насип кылып дээштүүчү чемпионго жетиштим деп ойлойм. Мындан кийинки кезекте WF Pro Fight'тын чемпиондугуна дагы ат салышам, Кудай буйруса май айында. Чындыгында өтө күчтүү. Мен аны сыйлайм. Бүгүнкү беттешим мен үчүн өтө кыйын болду. Алла Таала насип кылды бүгүн. Мына көрүп турганыңыздай жеңип отурам. Негизинен чемпиондук наамга ат салыш өтө кыйын. 5 раунд 5 минутадан бул жарым сааттык беттеш. Ошол.